Серьезное ДТП на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, в результате которого один автомобиль съехал в водоем. Пострадали 5 человек. На 109-м километре примерно в 10 часов утра, 13 минут, произошло столкновение двух транспортных средств. Причиной ДТП является несоблюдение дистанции до впереди движущего транспортного средства. Водитель, 50-летний, управлял автомашиной «Равон» и допустил столкновение с автомашиной «Киа». Сейчас проводится расследование, предварительно вина не выставлена еще. С 11 по 17 июля на территории обслуживания ОГИБДД «Тобольский» зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних.